Приветствую всех на моем канале, меня зовут Владимир, и я продолжаю играть карьеру за Hull City. Так, сейчас впереди нас ждут только товарищеские матчи. А на данный момент нам нужно заняться трансферами. Нам нужно усилить позицию левого полузащитника. Купить одного в основную обойму и одного на смену на правый и левый фланг. Я тут немножко пошерстил по своему списку. Я обычно люблю записывать игроков, которые мне понравились. У меня тут целых два листа А4 списаны по возможным кандидатам на усиление. И вот я парочку нашел. Ну, вот этот Эстигарибия, он у меня был в сборной Парагвая, очень мне нравился. Может весь левый фланг закрыть и правого полузащитника сыграть. На 28 лет вот это только меня стремает. Можно взять вот этого атакующего левого флангового. Он, в принципе, тоже левую бровку может закрыть. Хотя не так эффективно, как левый полузащитник. Он хуже в отборе будет играть. Но тоже довольно-таки неплох и молод. Ну и вот. Джеймс Маклиан. 27 лет, 78 умения, само 7,5 лимонов, как Эстигариба. Довольно-таки тоже такой неплохой. Но на данный момент пока я никого не могу купить, надо немного сбросить балласт. Еще надо подумать над позицией под нападающим. Я думаю, вот этого полузащитника купить. Атакующего плана. Довольно-таки молод и может вырасти. Кого-то неплохого. А Джек Шепард, думаю, не обидится, что я в Боруссии его утащу. Так. Сколько у нас? 42. Угу. А будем ждать. Как кто-то кого-то купит. Франция выиграла чемпионат Европы. Кстати, немногие помнят, думаю, что в четвертой FIFA, если вы выигрывали Лигу Чемпионов, игра просто заканчивалась. Когда я Торино играл, выходил из серии Б, потом выиграл серию А, попадал в Лигу Чемпионов, и когда я выиграл наконец-то Лигу Чемпионов, и тут игра закончилась, написал: вы молодец, выиграли, все, happy end. Думаю, ну что за фигня, мало. Так, скаут. Ну вот первый интересный, все остальное, я так понял, фигня. И с тех пор я начал искать команду, которая бы дольше добиралась до Лиги Чемпионов. Самым больше было дивизионов в Англии. 3, не считая Премьер-лиги. И там я выбрал Hull City. Просто понравилась иконка с тигром. Итак, до сих пор играю за эту команду. Только в 2005 вроде бы. В 2005 FIFA я делал перерыв на чемпионат Украины. Играл за Черноморец. Ну и иногда были эпизоды с Байером и с Хетафе. Ну это так, пару сезонов всего лишь. Так, подписать контракт.
Так, Муслер хочет. Так, Хофенхайм. Ювентус обсуждает возможность трансфера. Вратарь. Байерн хочет усилить нападение. Пато и Йеветич. Так куда им еще? Там Мюллер, Гомес, Манджукич. Не говоря уже про атакующих полузащитников. Так, перейдем дальше. Так, Реал Мадрид хочет купить Нойера. Ну, пожалуйста, покупайте. Блин, ну почему у меня никого не покупают? Зараза. Так, предложение о трансфере. Хавьер Тео. Ребятки, я его не продам. Он у меня будет в будущем замена Джею Симпсону. Так. Отклонить. Не. Встречная. Почему бы и нет? Вот так. Думаю, они удавятся. Что Порто заплатила больше двадцатки за игрока. Да они привыкли минимум за двадцатку продавать. Ясно. Так. Трансферное предложение. Ясно. Идите в баню. Так, Барселона планирует усиление атаки. Йеветич так само и Агуэро. Кстати, в составе Манчестер Сити играет такой игрок, как Яя Туре. Это брат Коу Туре. Думаю, немногие знают, что он в свое время, перед тем, как попасть в Барселону и Манчестер Сити, играл в Донецком Металлурге. Потом он перешел в АЭК, если я не ошибаюсь. Потом уже в Монако. Так. Ага, еще чего, иди спать. А потом уже в Барсу. Но Барселона там по зарплате вроде бы не выполняла обязательства. И подвернулся Манчестер Сити. И Туре спокойно перешел туда. И правильно сделал. Так. Хорошо. Так. В принципе. Сейчас посмотрим запас. У меня команда рассчитана так, что у меня есть два состава. И в нужный момент они взаимозаменяются. Так, у нас с Атлетико потом матч скоро будет. Так, Эль Махамади. Ставим пилки, давай. Так, на карте. Там не замесь Вуда. Я думаю, покупать ли центрального полузащитника атакующего. В принципе, можно выдвинуть Тома Карни. Или Маккарти можно выдвинуть вперед. Но у Маккарти нету скорости достаточно большой. Хрен знает. Надо будет думать. Так. Раз уже подвернулась такая возможность, я немножко расскажу о своем нападении. Ну, Никуао Кианко я рассказывал в предыдущих сериях, как его взял как свободного агента во втором сезоне. Ему было 16 лет и умение 75. Ну, вы видите его прогресс на данный момент. Будущий не Месси даже, я сказал бы, а Мюллер растет.
Или, конечно, он итальянец, но можно с итальянским каким-то нападающим сравнивать. Ладно. Так. Джей Симпсон, это бывший воспитанник Арсенала лондонского. Он у нас с 2010 года в составе Халл Сити играет. Это получается 9-я FIFA. Ага, да. Довольно-таки классный игрок. Мне он нравится. Быстрый и точный. Ну, Кокс. Он больше у меня как для резервного нападающего на всякий случай, если будет травма. Хороший в игре головой. Вот это его сильная сторона. Так, кто у нас еще из нападающих есть? Это Хавьер Телло. Его только что хотел купить Порто. Я его взял тоже как свободного агента, ничего не платил за него. И на данный момент он довольно-таки неплохо вырос. И это будущая замена Джею Симпсону. Так. Этот еще подрос. Пацанчик. 76 уже. А, это я купил. Блин. Неплохой такой нападающий. Вот Мануэль Наварро. Это вот этот. Я продаю его. Ну, скорость у него говно. Если скорость ниже 60, разгон или скорость рывков, тогда нету смысла держать такого игрока. Это мое мнение. Вы можете иметь другое. Ну вот, Педро Энрике, я его купил в прошлом сезоне. Ты не понимаю, есть в нем что-то особенное. Что это значит? Что его, если будешь назначать капитаном, то он будет хорошо капитанить? Или что? У него разгон, в принципе, неплохой, но скорость рывков говно. Ловкость тоже говно. И навесы говно. И длинные пасы говно. И удар с лета не к черту. Но все равно он довольно-таки неплохой нападающий. И, в принципе, я его держу в составе. Но это на данный момент пока все. Это все мои нападающие. Так, а сейчас будет матч с Кево. Позже я расскажу о остальных позициях. Так, играем с Кево. Его Верона. Так, 6 минут, мировой класс. Посмотрим, кто у них там в составе. Через персоналку. Мы должны вздрючить их. Стоп, 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 стоп. Нет. Персоналка, персоналка. Неплохой игрок. Скорость так себе, конечно, у него. Сколько ему лет? 30? Или нафиг. Желательно игроков, которые достигают возраста 30 лет, продавать. Иначе у них падают навыки. Хотя вон у меня у Хопса уже навыки падают центрального защитника. А ему 27 лет. Хотя я по ходу сезона его смогу потянуть назад к уровню 81. Но думаю, я ее продам в этом же сезоне. И поставлю. Люка Павлова. Центр.
посмеиваться над бронниками беззлобно. Будут с вами Юрий Розанов и Василий Соловьев. Хочу сверить с коллегой Соловьевым свои соображения по поводу команды хозяев. Эта команда есть установка. Блин, Лича, ты что ж ты так? Дело это нелегкое. Предсезонные матчи являются хорошим средством, чтобы к такому сезону подготовиться. Потрясный пас. Испортил, надо же. Испортил атаку, да. Так. Простил просто соперника и, главное, загубил такой. Ну да. Чуток обвыкнуться на этом уровне сложности. Ну а партнер кому отпасует? Так, кофеек бежит. Было опасно. Казалось, вот-вот потеряет, но получается мяч сохранить. Кэмерон Стюарт. Встречать его уже поздновато, потому что сейчас... Давай, Стюарт, по флангу. Не успел. После введения мяча из-за боковой линии. Просто катится эта атака. Опасный. Ух ты ж! Как среагировал защитник. Случилось, да? Почему так неграмотно обороны действуют? Сторона. Блин, успели. Может быть опасно. Мяч уходит на углу. Давай, беса, подавай. Вот шанс забить. Ух ты ж. Великолепно играет голкипер. Мяч уходит за пределы поля. Будет подавать. Это пробивал, если не ошибаюсь, защитник. Так, не получилось выиграть второй этаж. Не точно, соперник мяч перехватывает. Как-то тоже немножко странно пасы отдаются. Не успели пробить. Ух ты ж. Крюм потянул. Удар опасный. Давай, Кианко. Погнал. Погнал. Хрена тебя догонит. Давай. Есть. Кэмерон Стюарт. Или Кэмерон Стюарт. Вот так. Лучше. Молодцы. Забили. Вот так. Не давать им развернуться. Офсайд, если не ошибаюсь, должен был быть. Ну и что теперь? Возможно, удар поворотом? Возможно. Блин, кофе. Не забыли, не забили Сильвестра. Я думаю, что названная им сумма не уложилась в трансферный бюджет заинтересованного клуба. Но теперь его представители будут искать другие варианты. Блин, не получилось на скорости пройти защитников.
Не удалось до удара атаку довести. Защита не дремала. Ух ты ж, Берсу. Обыграли. Ну давай, отбирай. Встречать его уже поздновато, потому что сейчас будет удар. Так, попытался сделать прострел. Выйдет мяч, не выйдет. Подкатывается игрок по соперника. Отличная передача. Конечно, даром никто мяч не ждет. Блин. Карлос Эдуардо не смог вырваться из тисков. Технично убивает мяч в подкате игрок, а мяч, между прочим, еще находился в воздухе. Пас партнеру, продолжается атака. Думаю, надо бить из... А вот удар. Ух ты ж. Ну это мой косяк. И вот мяч у ворота, понимаю. Конечно, такое ощущение, когда играешь на мировом, что как-то команда намного тупее играет. Какая-то она встает замедленная, вот такая, какие-то они как заторможенные. Иначе получается, противник не получает преимущество над нами. Хрен его знает. На профи как-то это незаметно. Куда ты лезешь? И если пробьет отсюда, может быть очень опасно. А до ворот недалеко. Здесь обороняться, ой, трудно, ведь ударить могут в любую секунду. Думаю, надо бить и забивать. Вот момент. А руки там случайно не было? И судья назначает пенальти. Есть пенальти. Кто будет бить? Хьянко. Спокойно, хладнокровно. Николай Океан показывает счет своим голам. Вот так. Не успеешь. Ха-ха-ха. Так, Стюарт. Офсайд. Так. Надо бы им еще один для верности забить. Еще одна передача. Хотя, все правильно, есть адресат для паса и пас следует. Похоже, атаку трудно. Опасно. Блин. А счастье было рядом, да. Бей! Не получилось забить Джаю Симпсону. Так, Стюарт, подавай на дальнюю. Не получилось. Давай, 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 Личат. Личат, чик. Личай. Так. В принципе, неплохо. Ну, это Киево. В принципе, у них нету даже таких классных мастеров, как в других командах. Для разминки подойдет. Плохо, что я пропустил мяч. Желательно стараться играть в сухую.
так как это будет давать больше возможностей рассчитывать на защиту свою. Подача. Еще одна подача. Так, выиграли подбор. Блин. Не вовремя. Отобрали. Вот так с наскока не получилось. Так, Стюарт. Давай, Стюарт. Подача. Вот момент. Блин. Вышел вратарь из ворот. Не давать, не давать. Давай, Карлос Эдуардо. Развивается атака. Опасная ситуация, мяч штрафной. Подача. Вот момент еще. Не получилось сделать толковую подачу. Уже падение Бирса отдавал. Этот момент каждый из команд владел мячом. И из дриблинга в удар сейчас вложится. Давай, Симпсон. То штрафной, давай уже. Там чуть ли трусы с него не снимали. Так, кто будет бить? Бирса или Стюарт? Думаю, Стюарт. Выше. Что там у нас с заменами? Ну пока только Бирса напрашивается, но еще рано его менять. Ну, может быть, 80, не больше. Насчет точно вы видите сами, несколько сантиметров, но вот не в ворота. Не давать. Блин. Блин, блин, блин. Просрали, блин. Самосу. Ну, пока ничья. Правильно, играл рукой. Нечего тут махать своими граблями. Хорошая передача партнеру, который вовремя открылся. Хороший шаг. Опасно! Встречает кто-то из защиты соперников этот выстрел. Блин, не получилось. Классно пропускал. Отбирай же у него мяч. Этой козлины. Ну все, мяч выбит из штрафной, защитник может быть доволен собой. Давай, пошел, Кианко. Так, а дальше? Вот, пожалуйста, вам демонстрация обводки. Думаю, надо бить и забивать. Отобрал здорово, что дальше?
практически не поднимая головы. Блин, уходит, уходит. Ух ты ж! Какой удар! Что-то нам. Накидывают, мягко говоря. Команда без ущерба для себя. Да, соперник никуда не спешит. Так. Ну, попробуем отыграться. Моментально пружинно развернуть контратаку. И даже если у него будет вариант при стандарте, каком забить или просто случайно, он сконцентрирован. Он этого шанса ждет, зная, что возможности забить не будет очень много. А вот вратарь, мне кажется, ну давай! Ну, сделал его, да, из прошлого случая, помните, когда этот же самый парень ему забил, да, и на сей раз пробить себя не позволил. Совершенно логичное решение, тут головой нужно было играть, так и сыграно. Неплохая передача, удар! Блин, да что ж за... 4-2. Все, что имел, забил. Да. Что тут скажешь? Нас дрюкают по полной. Кое-то к Ева. Ладно, сделаем так за минуту. На трибунах и кричать что-нибудь хорошее. Не могу придумать что. Моментально голкипер поплатился за свою, прямо скажем, неприличную ошибку. Ну же! Хорошо располагается защитник на пути мяча. И он не блокирует так умно. Вот передача. Это очень опасно. Когда вот бежит получить, да даже и желтый. Рядом два игрока. Специально не дают пробежать. Твоему. Никого из соперников рядом, можно на вес придумать. Блин, отбил. И вот он пас. Пасует. Желтый. На желтую, пожалуй, что игрок наработал в этом эпизоде. Верю, верю. Ну что, это товарищеский матч, в принципе, можно. Можно еще как-то. Захлебнулась или это комментаторский штамп, но я думаю, что понять буду верно. Выжимать их надо. И вот пасует партнеру. Думаю, надо бить и забивать. Не за... Не давать. Подавать. Мяч вылетает. Пробивать. Это будет угловой. И так нельзя давать делать. Да, начали за здравие, кончили за упокой. Это мы забили первый мяч. Это мы забили второй мяч. Это нам забили третий мяч. С вами был Юрий Розанов. До следующего матча. Что-то Грюм не выручил ни в одном эпизоде. Ну тут практически выручил. Это был четвертый мяч, который нам забили. Так, Кианко сыграл неплохо.
Но Стоян сыграл лучше. Блин. Так, по кофе из Эдуардо, из предложения. Кофе. Отклонить от Болтона. Идите нафиг, мне он нужен. По кофе, 19 лямов. 119 не хотите? Хобана. Так. Да, да, да. Кьянко предложение. Барса хочет купить. Тут надо быть осторожным. Заломил такую цену. Думаю, не купят. $345 лимонов. А Кенфеева хочет Боруссия Дортмунд. Интересно. Так, наконец-то Джои Маток поправился от травмы. Так, мы рассмотрели ваше предложение по игроку Кьянко. Мы считаем цену слишком завышенной. Пока. Неудачники. Так, Вольфсбург хочет приобрести Хамшика. Ну, удачи вам в этом. Так. Так. Да, да, да. Все нафиг. Так, ладно. Следующий матч мы уже сыграем в следующей серии. Это будет Атлетико. Атлетико или Атлетик. Бильбао. Атлетик Бильбао. Сыграем с Атлетико. Потом с Лацио. И будет матч за суперкубок с Манчестер Сити. Блин, не представляю, как мы против него будем играть. Попробуем. Так, а тут я потом разберусь с составом на следующий матч. Всем спасибо за просмотр. Можете оставить свои комментарии. Если понравилось, ставьте лайки. Можете подписываться, чтобы быть в курсе последних серий, которые я буду загружать. И всем пока!